Все, ребят, я отстрелялся. Как тебя, кстати, зовут? Ну-ка, давай-ка, на камеру прям. Мудрый ты, сука, бучичи, он за банза? Кого? Что? Короче, всем привет. Вы видели маленькую вставку в начале видео, как я фотографировался? Я модель, понятно? А вот это не модель. Да. Собственно, что я хочу сказать. Мы уезжаем в Ереван. Да. У меня здесь полный комплект всего, мы будем снимать супру. Он взял с собой целую сумку резиновых хуёв, повеселимся. А мне не надо было их брать, потому что у него дома их полно. Да, Андрей? Мы так вот в кучу сложим, мы будем такие ангелочки делать. А можно по зазвони. Я же, если вы видите... Если вы видите это видео, то значит я жив. Так, ребят, да, мы сегодня будем с ним. Слушай, я сейчас... Да успокойся. Знаешь, контингент, который сейчас вокруг нас, они просто думают, что это ёршик для унитаза. Ёршик для унитаза. Это камера, и я звезда. Да. Все очень этому рады. Ребят, вы это видели? Это было страшно. Немного за это Все, короче. Короче, ребятки, мы сейчас находимся в бля. Алло. Хата посмотрит. А кстати, если нажать дверь откроется, у меня, кстати, был домофон. Нет, не откроется. Сюда, да, да, смотрите, какой я секси-бомба. Вот у меня вот тут вот что-то с ртом, как будто я сосал у бомжей. Да, вот здесь это ебать, ну коридор, туда конечно, иди. У тебя пизда. Туда иди. Нихуя себе! Вот это ты педрила! А включай-ка свет. Ребятки. Ну комната. Девица и единица. Слушайте. Пиздец. Зеркальный потолок. Я что-то хотел как сказать, почему так тут такой звук? Какой? Объясни. Ну такой звук. Такой отвал пизды. Звук. А, на тебе маркер. Пишу здесь свой ник в инстаграме. А, уф. А дай листок, я потренируюсь сначала. Это что за бухло у тебя? Листок? Дай мне лист. Блять, ну хата у тебя шикарная, да, все.
У меня вопросов нет. Ну вот это что за сатанистская хуйня? Это пиздец просто, девочки. Отвал пиздец. 0 из 10. 0 из 10 за это. Так, блять, стол мне дай. Блять, что с клавиатурой? Я иногда очень нервный. Бля. Винду, блять, актив. Ебать, у тебя экран разбитый? Нет. Ебать, я обосрался. Это реклама. Мне показалось, кто-то в коридоре разговаривает. А это у него, блядь, тут колонки пиздят. Ты сам себе комнату делал, да? Нет, конечно. Ой, какая-то теперь. Это не то. This is how they do. Это дурацкая какая-то песня. Сообщение не читает, мразота, смотрите. Вообще кончита, там не читается. Спам! Там спам! Там спам! Там только ты ой, пишешь. Ой, блядь, блядь, к работе приступил. Боже, какой ЧСВ, сука. Он мне сказал подписать, чтобы вы подписать, не потеряли и не перепутали. Блядь, ну конечно, ну да. У него не стоит отблок, ребята, пиздец. Потому что я не пользуюсь этим пиздец, компьютером. Блядь, дай! Не трогай! Джон Уэйн. Я не знаю, как это ой, пишется. Я чуть твой телефон не включил. Не взял, точнее. А дом ты знаешь, что всякие шлюхи пидорасы распустят. А, стой, 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 дай. Я забыл кое-что написать. Можно же? Много без мат и без хуёв. Ну, я понял. Надо, знаешь, что написать? Кто тронет, кто залезет на неё, тому звезда. Тому звезда. И так, типа, это, можно же так сделать? Бля. Ой, а чё я себя-то снимаю? А запятая после тронет надо? Ну да. Всё. Поздно. Бля, звезда, я все правильно написал. Звездочка не в ту сторону. Это шедевр, Андрей. Да, мне нравится. Вот, просто, понимаете? Ну это тонкий намек, это тонкий намек, что пизда. А твои соседи тебя за это не покалечат? Я тебе рассказывал, что здесь ничего не слышно! Возьми гранату, хотя бы отвертывайся. Всем привет. Мы сейчас стоим в кинотеатре. Что это за место? Юбилейный, красноармейский. Погнали. Пошли. Я иду, я буду купить. А что вот это за место? Это вот как раз таки вон та лестница, которую я видел. Да? Погнали по центральной. Сейчас, подожди. Мы уже светим, мы сейчас запалимся здесь. Хотя мы уже, наверное, запалились. Ну никому просто не интересно. А вон там, видимо, где-то зал должен быть, да? Да, там есть там зал. Вроде как я слышу, там зал открыт. Но это, в принципе, не... Подвалы. Нет, это не подвал. Мы сейчас как бы на втором этаже подвала. Ну погнали наверх. Как бы ногу очень не пизданулось. Да не должно прийти. Да, ребят. Ну и бомжей здесь не состояние... будет, у вас здесь холодно. Да, вам же и тоже думаю не будет. Состояние пиздец, ребят. Ребят, это трешняк. Вот это что, это стаканчик? Это смотровая площадка? Или... Ну, кстати, пизда тут не сидит. Не светит вас сильно. А я же выключил свет. А, да? Я просто не вижу, поэтому. Ну, как-то так, ребят. Крыша пиздец. Кстати, тут металл еще дохуя, если это металл. Ну что, момент истины, бля. Ну типа вообще пиздец. Да, я почему-то думал, что здесь получше будет. Кинотеатр все-таки. Вот здесь, ребят, собираются все. Весь сброд. Мои двери открыты.
буду песни вам петь, ты вином угощать, ебать. Нет, здесь мы упадем. Сюда даже крыша, не надо лезть. О, крыши нету, да? Она упала? Тут, ну, тут да, что, тут, может, пожар был? Не-не, она упала. Она сначала чуть-чуть упала, а потом валилась вся полностью. Видишь, это вот просто засыпано. Ну, как-то так, ребят, камнями. Просто ни о чем. Все разрушено. Представьте, здесь раньше крутили кино. В принципе, мы можем валить отсюда. Тут ничего не интересного нет. Ну, металлолома, я тебе скажу, тут пиздец еще можно сдать. Все. Ну, знаешь, вот если понабрать, то это не может унести. Да. Вот. Можно купить себе новенький айфон. Новенький айфон. Ой, блядь. Тут, ребят, очень скользко. У нас был дождь со снегом, и сейчас мороз. Очень холодно. Я почему-то думал, что здесь будет какой-нибудь старинный стиль, какие-нибудь фрески, блядь, останутся. А тут вообще пиздец. Мы даже выйдем через парадный выход. Да. Потому что похуй совершенно на все. Как-то так. Ну, кстати, блядь, его, мне кажется, можно отремонтировать. Ну, его ремонтировать дороже, чем снести. Ну, это понятное дело. Как-то так, ребят. Как еще раз называется? Кинотеатр юбилейный. Андрей, вы сегодня провели со мной очень много времени. Что вы можете сказать по этому поводу? Я постарел на 5 лет. Не пизди. Ну ладно, мне понравилось. Почему постарел? Такого охрененного секса говоришь, у меня не было давно. Блять, выключи фонарь. Заебись. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делайте ебаные репосты, бейте в колокол. Я, блядь, что-то камера играет. Я хотел сам сказать, ну ладно. Бейте в ебаные репосты, по-моему, да, так говорит. Нет, бейте в ебаный колокол, делайте так, ебаные репосты. Так, оценочку, пожалуйста, Андрей. Давай как в интервью, блять, мне звонят. Поставь оценку от 0 до 10. 0 из 10. Девочки. Сука. Всем спасибо за просмотр, как Андрей. Как можно рекламировать охуенный, мусорку? Охуенный. Мой братан. При этом порвать мой братан жопу. И совместно мой любовник. Да. Все, всем пока-пока. Сделай руку камеры. Она у меня застряла. Ну вот так сделай. А. Сижу я такой так на него смотрю и думаю, что он там делает. Натирает. Гляньте, как старается. Какой. Ой, это посмотрите. Ебать. Смотри. Подожди, давай. Он отвернулся. Пидорас. А что это? А это мужик, короче, играет там. Ну да, он с этим в окно играл на этот. Сука. Если бы нас увидел, было бы смешно. Сука, трэш просто, блядь. Ребят, мы пришли. Как это место называется, Андрей? Я сейчас угоню машину. Да не подходи, разбейник. Как это называется? А чё, туда можно прям лезть? Да ну нахер. Чё, серьёзно, что ли? Гоним. Бля. Ой. Чё тут есть? Подожди. Ты, блядь, мне одну камеру носом уебал. Ой, как тут тепло. Там, кстати, сиденья даже нет. Там, сука. Господи, прикинь, люди, которые водили эту машину, просто... Фу, блядь, уёбки расписывают здесь. Зачем портить? Эволюция. Да вылази давай, блядь. Меня выкинул. Вылази, сука, сказал, блядь. Бросаем, сука. Вылази, бросаем, блядь. Бросаем, рвань. Выходи, падла. Ладно. Выходи. Иду. Выходи. Как я выйду, если держишь мою... Выходи, мне похуй. Андрей, выходи. Нет. Стой, Андрей. Ты чё? Блядь, я ж охуел. Я думаю, ты сейчас упадёшь. Знаешь, потому что у меня грязи полно на ботинках. Пизда. Ты охуел, а я как охуел, когда я покатил. Вода просто мутная. Чё такое? Квадрат. Квадрат. Пипец, вода просто. Ребят, вот, пожалуйста, наша Волга. Не Волга, а пиздец. Течет река Волга. Вот там вот видишь, где островки, вот где растет растительность какая-то вот там. Ну. Там выход канализации городской. Серьезно? Да, она туда выбрасывается. И даже когда если на Google карте посмотреть, там вода такая грязная, и она там так вот растекается. Смотрите, какая беседа, ебать, ребят. Беседа. Теперь по-китайски говорить.
Хай-махай-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 хай
Я совершенно адекватный. Там вода плескается. Че там? 14+, ничего страшного. Уже можно. Девочки, очень люблю заниматься спортом с утра, точнее, с вечера. Да, и очень люблю... Не свети, но у меня свет. Убери, сказал свет. Андрей, да. Ваш выход. Ах, вы крыса! Ах, я крыса! Да ты, блядь! Не пизди! Я Пушинг, Снежинка! Да ты чё? Жирная! Пошла на... Потаскуха! Шмарина! Ты всё можно, ты же сдал, он на флаг жопой насадится. Сучара! А он на любой фонарь можешь насадиться. Пойдем в трубу, я хочу проехать. Нет, Господи, как весело! Нет, блядь! Андрей, смотри, как пиздец, поехали там в трубу. Там детишка. И чё, блядь? А я детишка. Ай, да ты охуёшь! Да куда? Да я ж не такой высокий, как ты. Нет! Блядь, я боюсь. Ой, нахуй, мама! Мама! Нет! Не надо, Андрей! Сука! Сука! Не надо! Нет! Тварь, блядь! Не... Помогите! Шмара! Андрей, сука, не делай! Ай, да я ж пизданусь, у меня одна рука, нет. Как я тебе держаться буду? А вот что? Да, вот оно, да. Это твое. Давай, Андрей. Ну давай я. Все-таки я мастер. Иди съебись с моего шеста, блядь. Шлюха стреляй. Я тоже умею. А, ну все понятно, почему ты это, того. Да. Как ты стриптизерши делаешь? А ты прям... Они как-то ноги поднимают. Давай. А зато они его качка у меня. Ёп, твою мать. О, май, блядь. О! А вот это для детей. Слава богу, я это снимал. Блин, ты видел, у тебя сзади все мокрое. Ебать. Покажи. Че, я тебе... Ребят. Че, пиздец? Да. Как будто тебе совсем плохо было. Ну давай еще упади. Там тоже. Там тоже. Ой, сука. Не крути, не надо, дай мне посидеть, мне больно. Андрей, пожалуйста, не надо. Сука, давай. Ладно, садись. Садись вот вовнутрь. Уебался. Больно? Да пизди. А чем ты уебался? Коленкой. Залезть. Ребят, смотрите, какой у нас штука есть. Ребят, надо внизу на нее залезть, потом тебя. Кто сказал, что я не залезу? Все. Ай-яй-яй, прижала, ай, больно. Че больно? А че ушли все? Ай-яй-яй, больно. Тут зажимает. Андрей, тут зажимает. Давай ты. Блять, стой. Блять. Ты готов? Да. А чё это шина съезжает? Сука. Блять. Да хрена ты не раскрутил. Вообще, не умеет ездить. Вообще, еще права ему какие-то. Да, конечно, блядь. Сейчас кто бы говорил с жопой мокрой, отбитой коленкой. С порванными штанами. Шо, блядь? Все. У тебя там, слышь, под этой штукой такая красная хуйня. Круглая, как будто у тебя кнопка там.
Как антиактивировать Андрея? Я Майли Сайрус. I came in like a wrecking ball. Давай. Тара-та-та-та-та-та-та. Тара-та-та-та-та. С красной жопой я каталась на шаре. Ре-ре-ре-ре. Каталась на шаре-ре. А где кувалда? А, у тебя же отвертка есть. Давай. Это правда. Лежи не кувалду, а отвертку. Я сейчас сдохну. Давай. Снимите меня с этой хуйни. Злая, злая сучка.